отечеству служим, по границам разъезжаем, вечер не отложим. «Вольница» – это коллектив, который не нуждается в представлении. За 9-летнюю историю ансамбль уже стал визитной карточкой Бердска. Несмотря на то, что участники коллектива не профессионалы и любители, «Вольница» уже 4 года носит звание народного. Многие из нас являются потомками казаков. То есть некоторые, да, воспитывались прям дедами, казаками. Поэтому они хотят сохранить, ну и приумножить то, что есть, культуру казачью, само казачество в принципе. На сцене они не просто певцы, а настоящие артисты. Каждое выступление пропитано духом казачьей культуры. Каждая песня не просто песня, а целая зарисовка из жизни казаков. Тяжело петь вот открытым вот этим народным голосом. Конечно, не каждый сможет, но более-менее вроде бы получается. Конечно, лирику сложнее, потому что она всегда медленная, и нужно ее тихонечко спеть, и это очень тяжело сделать. Нужно петь на диафрагме, там все вот такие вот штучки, моменты, нюансы. Коллектив «Вольница» активно принимает участие в конкурсах и фестивалях различных уровней. В этом году ансамбль занял первое место на международном фестивале-конкурсе «Восточная ночь» в Казани. Сами вокалисты признаются, что для них это стало не только прорывом в творческой деятельности, но и второй по значимости победой после получения звания народного.